Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрался я сегодня в будний денечек покопать по средневековью. Выехал недалеко от города, в ближайший лесок. Рассказали мне одно интересное место. Перекопано здесь, конечно, все вдоль и поперек, но я все-таки в надежде решил сюда приехать, в надежде находок. Копаю минут, наверное, 10. Отошел вот от машины метров 15-20. Есть у меня просто бомбическая находочка. Сейчас я вам покажу. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок, будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Смотрите, друзі, викопав я її з глибини штика. Це відповідь тим, хто говорить, що блондинка глибоко не бачить. Посмотрите, який шикарний железний наконечник. Просто обалденный. Я даже чуть-чуть его угрел лопатой. Просто класс. Офигеть. Сейчас сфоткаю, скину в Инстаграм. Кто не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь. Ссылочка есть в описании к видео. Класс. Находка просто суперовая. Вообще не ожидал его тут найти. Мне говорили, что тут средневековые монеты, как правило, попадаются, но это что-то просто неимоверное. Крутяк, крутяк. Вот такой вот лес, ходить тяжело, заросший, но я думаю, сейчас я тут пошастаю с блондинкой между кустиков. Наверняка кто-то что-то пропустил. Все, друзья, смотрите, я пошел искать дальше. Друзья, еще одна находочка с этой же ямки. Перепроверил ямку, сигнальчик был, но я ее вот вклепал лопатой. Или это она уже от старости такая рассыпается. Вот такая вот какая-то, я не знаю, что это. Может, кольцо какое-то было средневековое. Ну вот вам еще, пожалуйста, в этой же ямке еще одна находочка. Хочется монеток каких-то средневековых. Очень хочется. Идем дальше искать. Сейчас буду эти все кусты планомерно блондиночкой выхаживать. Вот тут вот у меня еще под деревом где-то был сигнальчик. Сейчас попробую с той стороны добраться и проверить. Смотрите, друзья, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Друзья, это какой-то прикол. С этой же ямки, только немного глубже, вылезла еще вот такая вот, по всей видимости, средневековая монета. Вот это поворот! Я катушку запихнул в яму, начал водить. И сигнальчик. И вот вам, пожалуйста, еще одна находка. Вот это прикол. Я думал, такого не бывает. Наконечник, как это, какое-то обломанное кольцо и монета. Вот это прикол. Не хочу ее сильно тереть, она такая тонкая. Сейчас развалится еще в руках. Сейчас попробую еще пинпоинтером проверить эту яму. Может, там еще что-то есть. Ну вот так вот, прикиньте. Вот вам и чудо-ямка. Чудо-ямка. Три находки. Класс. Ищем дальше. Вот там вот, друзья, я сейчас выкопал наконечник. Что там еще? Кусочек колечка. И солид. И вот еще один. Смотрите, тоже глубоко лежал. Еще один солид. Не знаю, что он там. Медный, серебряный. Не понять. В патине. Вот вам, пожалуйста. Пошли средневековые монеты. Будем ходить. Сейчас схожу в машину. Там машина где-то стоит. Вот. Попью водички. Жарко что-то в лесу. Возьму с собой водичку и будем продолжать. Все, друзья, не переключайтесь.
Друзья, кручусь все в одном месте. Вот там вот сейчас я ходил, пробрался через кусты. И такой четенький сигнальчик 80 било. Вот еще одно средневековье. Пожалуйста, какое-то оно тут все такое горевшее. Горевшее. Видимо, тут какой-то пожар был. Какой-то солид августа, скорее всего. Я что-то так себе думаю. Ну, есть находки. Есть находочки. Берем. Идем дальше пробираться через кущи эти. Побрызгался баллончиком от клещей. Надеюсь, эта зараза на меня не залезет. Все, пошли искать, друзья. Друзья, вот здесь вот сейчас средневековье. Вот еще одна средневековая монета. И снова солид. Вот это прикол. Как-то они тут их попропускали все. Солид точно, прикиньте. Все рядышком. Одна, вторая, хоть камеру не прячь. Ладно, друзья, берем, идем дальше. Не будем терять времени. Времени у нас походить не так и много, я вам скажу. Потому как солнышко уже все ниже и ниже. Иду, друзья, искать дальше. Блондиночка выгребает. Красотка. Погнали. Друзья, погода резко поменялась. Посмотрите, что творится. Ветер. Просто капец, качает кроны деревьев и накрапает дождик. Но я думаю, что это ненадолго, потому как вот там вот уже, откуда дует ветер, там есть просветик солнца. Думаю, что сейчас быстро это все пройдет, накрапает дождик. А у меня есть находочка. Есть находочка. Очередной солидик вывалился. Я вот не могу понять, они медные или серебряные. По всей видимости, медные. Вот вам и средневековье. Ладно, берем. Берем искать. Идем искать дальше. Там он шурф какой-то. Кто-то нехило шурфанул. Видите? Сейчас приближу. Вот такой вот шурф. Что-то, видимо, нашли неплохое, раз так раскопали. В общем, видно, какая-то дорога старая шла. Может, переправа через ручей была, потому что здесь такая, как будто низина. И может, здесь вот останавливались в этом месте отдохнуть после переправы или перед переправой. Думаю, что, скорее всего, поэтому здесь средневековье. А может, корчма какая-то стояла, да сгорела. Потому что керамика есть тоже. С ямки выкапываю. Ладно, друзья, пойду еще похожу. Если меня не намочит дождь. Надеюсь, все будет хорошо. Смотрите, я пошел искать дальше. Зашел я, друзья, на этот шурф. Вот он. Смотрите, тут керамики наложили. Кучу разной. Гильзы. И что я вам хочу сказать. Есть у меня монетка на шурфе. Вот здесь вот выкопал. Смотрите. Средневековье. Солид очередной. Вот вам и шурф. Ребята шурфили. Пропустили где-то. Видно, не дошли еще сюда. Вот, пожалуйста. Сейчас еще пробегу здесь по шурфу. Может, еще что-то пропустили. Накидали они тут, конечно, гору песка. Похожу, в общем. Смотрите. Место, друзья, перекопанное вдоль и поперек. Столько ям я давно в лесу не видел. Просто жесть. Одна яма на другой. Есть у меня находочка, смотрите. Пропустили. Колечко вывалилось. А может, и не колечко,
Может, что-то более древнее. Может, накосник какой-то. Ой, ломается. Очень старый. Как по мне, на накосник похож. Может быть, средневековый накосник. Я думаю, что тоже были. Вот такая вот находка. Дождик закончился. Снова солнышко. Птички поют в лесу так хорошо, тихо, спокойно. Ветер перестал дуть. Даже стало душновато, я вам скажу. Такой был 15-минутный ураган. Ветер загибал кроны деревьев. Сейчас он все замерло. Как будто ничего и не было. Ураган прошел, и снова хорошая погода. Хожу, друзья, перешел чуть-чуть на другое место. Ходил вот там вот в тех вот хащах, кустах. Вышел сюда, здесь немножко такое оно, чуть не такое заросшее, в общем, чуть светлее. Попробую здесь походить. Вот находку нашел, иду дальше искать, смотрите. Поднялся я, друзья, немножко выше на бугорок. Ходил вот там вот внизу. Там, конечно, ям столько, копано-перекопано. И есть у меня неплохая находочка, я вам скажу. Смотрите, колечко вывалилось средневековое. Роза ветров там изображена. Такое вот какое-то женское, может, или детское. Хороший сигнальчик был. С полштыка где-то я его выкопал. Лезет что-то по средневековью, я вам скажу. Хорошая находочка. Как-то обломки попадались. Мы средневековье копали недавно. Это вот целенькое, неполоманное, хорошенькое такое. Берем, идем искать дальше. Смотрите. Недалеко, друзья, я ушел от первого колечка. Вот здесь вот я его выкопал за этой травой. И точно такой же сигнальчик. Точно такой же сигнальчик. Смотрите, выкапываю с ямки кусочек керамики. Вот такой вот. И вот вам, пожалуйста, находочка. Вот здесь вот она лежала под корнем вот этого небольшого дерева. Колечко. Еще одно, друзья. Колечко. Это уже вот здесь вот обломанное немножко. Тоже средневековье. С розой ветров. Прикольно. Корни запутались. Прикольненько. Берем. Сейчас покручусь здесь. Может, еще что-то будет интересненькое. Смотрите. Посмотрите, друзья, какие уроды здесь копали. Ну как не закопать ногой ямку, скажите. Сейчас закопаю. Есть находочка у меня. Смотрите, поверхностный был сигнальчик. И очередной солидик мне вывалился. Очередной солидик. По-моему, даже серебряный. Надо будет отмочить его дома. Вот так вот, прям возле ямки какого-то урода, который не закопал. Сейчас зарою эту яму. Хожу, друзья. Хожу, брожу. Что-то вылазит потихоньку. Еще буду ходить. Солнышко еще относительно высоко. Так что похожу. Снова ветер какой-то поднялся. Было так тихо, спокойно. Опять шатает вон деревья. Вот такая вот история. Иду дальше искать, смотрите. Есть находочка, друзья, у меня с глубины ада. Вот такой вот. Ну, это точно детский уже перстенечек, роза ветров. Очень маленький. Маленький. Детский точно. Какая-то девочка. Средневековая. Средневековая, говорю, во времена средневековья его носила. Прикольный вообще.
манюсенький, маленький, крохотный. Роза ветров. Смотрите, какой на мочке пальца помещается. Вот так вот. Берем, идем дальше. Хожу вот в такой вот местности, очень тяжело проходимой. Но с блондиночкой везде можно залезть, под каждый кустик. Ладно, смотрите, я пошел искать дальше. Уже вечереет, друзья, иду к машине. Закончился на сегодня мой коп. Выехал на несколько часиков на средневековье. Что вам хочу сказать, в принципе, я доволен. Неплохо накопал, есть интересные находочки. Сейчас дойду до машины, вам все покажу. Хочется еще сказать несколько слов. На этом месте когда-то был Колян с Тёмычем. И они, по всей видимости, не зацепились. Ой, у меня тут лопата мешает идти. И они, по всей видимости, не зацепились, потому как походили они здесь где-то часик-полтора, никаких находок у них не было, и они переехали отсюда. А я зацепился. И, в принципе, ну, конечно, больших крупных монет средневековых не было, но мелких солидов накопал, чему безумно рад. Еще и наконечник. Наконечник попался железный. Тоже хорошая находочка. В общем, буду собираться ехать домой. Сейчас покажу вам свои находки за сегодня. Итак, друзья, мои находочки за несколько часов копа. Нашел вот такой вот щиточек, какой-то с перстня, по-моему. Три колечка средневековых. Одно вот обломанное. Вот такое. Щиточек обломанный. Еще какая-то штучка. Это, по всей видимости, накосник. Вот такой вот офигенный железный наконечник. Не ожидал, честно говоря, найти. Вообще не ожидал. Ну и вот сколько тут? 6-7 солидов, одна половинка. И это советина. Подпалась тоже. Вот такие вот, друзья, находочки. Вот такие, в общем, друзья, находки. Что еще хочется сказать всем, кому понравилось видео. Ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у меня еще экспедиции. Я думаю, что возобновим мы все-таки опять стримы, потому как коронавирус, много людей сидит дома, и будет о чем поговорить на стриме. Все, друзья, всем удачи, всем пока.